Меня зовут Юлия, я Senior HR Account в компании Materialize. Мы довольно давно сотрудничаем с Microsoft, мы пишем, в общем-то, процентов на 90 под Windows, поэтому, соответственно, мы все время тесно сотрудничаем с Microsoft, мы являемся партнерами. Несколько лет назад мы начали внедрение TFS, начали работать с консультантами непосредственно вашей компании в Киеве. Я делала для них презентацию у нас в офисе, рассказывала о компании, ну и, собственно, оттуда пошло знакомство. Ну, во-первых, мне очень нравится общаться, нравится работать с людьми. Я достаточно давно работаю в Materialize, практически 5 лет. Начинала как ассистент, потом как рекрутер, потом как HR-аккаунт, то есть такой, ну, dedicated HR для какого-то определенного департамента, когда ты отвечаешь за развитие, за удержание людей, с тоже больше ответственности именно со стороны, ну, вот такого человеческого фактора, который очень важен в IT-индустрии. А сейчас еще немножечко пиаром занимаюсь. Ну, начинаю, скажем так. Наш основной приоритет – это долгосрочное сотрудничество. То есть аутсорсинговые компании могут себе позволить текучку, потому что проект заканчивается, да, и они заново формируют команду. У нас есть команды, которые работают много лет над одними проектами, и для нас очень важна вот эта атмосфера внутри команд, когда люди уже срабатываются, и им очень тяжело терять и отпускать друг друга. Поэтому, ну, гораздо тщательнее подход к выбору людей, потому что, ну, вот у нас есть такой мини-таргет, что ли, внутри, что человек должен проработать хотя бы 3 года в компании. Особенность, которую заметила, вот первый раз, наверное, попадаю на конференцию, на которой такое количество именно .NET-разработчиков. В принципе, ну, мы и рассчитывали, у нас сейчас есть открытые вакансии по .NET-у, там ASP.NET, WPF, WCF, C++, тестировщики ожидали, что будут в равной степени представлены, в общем-то, все. Project-менеджеры тоже. Удивило то, что, ну, 90% людей, которые, по крайней мере, подходили к нашему стенду, именно .NET-разработчики. То есть первый раз такая концентрация, не знаю почему. Наверное, хотелось бы пожелать, чтобы для человека работа – это была не просто работа, куда ты приходишь, проводишь 8 часов в сутки и уходишь. Чтобы вот наши сотрудники, они приходят, и они получают удовольствие от работы. Они получают удовольствие от этой атмосферы, от коллектива. Мы не зря вот на стенде повесили очень много фотографий именно корпоративных. Хочется каждому пожелать, чтобы работа была частью вашей жизни, чтобы она приносила вам удовольствие, потому что она действительно занимает слишком большую часть жизни для того, чтобы, ну, просто относиться к ней. Ну вот посидел 8 часов и ушел, ну, потратил время, чтобы такого чувства никогда не было.